Что касается ОТКБ, то, конечно, прежде всего мы поговорим о том, что мы должны вместе сделать для того, чтобы, безусловно, обеспечить безопасность наших народов. Оставаться в стороне от происходящего на юго-востоке Украины, от того, что случилось в Одессе, сейчас просто невозможно. Эту позицию разделяют главы России и Беларуси. В мире сохраняется немало вызовов и угроз. В Европе, вы знаете, то там, то тут вновь поднимает голову воинствующий национализм. Тот самый, что и привел когда-то к появлению нацистской идеологии. Я сейчас не буду останавливаться на каждом этом очаге отдельно, но мы с вами знаем, где мы встречаемся с такой... Он динамичен, что эта зараза быстро расползается по планете. Действительно, в последнее время произошли события на Украине, которые не позволяют нам спокойно сидеть в стороне и взирать на то, что происходит в этой стране, особенно события в Одессе. Мы помним Хатынь, когда несколько сотен деревень на территории Беларуси были фашистами вот по такому принципу. Поэтому неприемлемы подобные действия в любом случае будет то, если мы спокойно будем взирать на то, что происходит.